Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь, продолжаем играть Warcraft 3, Reforged, проклятие эльфов крови, и у нас следующая глава, 5. Но перед ним у нас будет интерлюдия. Задание Иллидана. Кильтас, ты сделал правильный выбор. Я знаю, что такое жажда магии. Знаю на собственном опыте. Владыка Иллидан, ты можешь помочь нам? Ты можешь исцелить мой народ? Это неизлечимо, юный принц. Но жажду можно утолить. Следуй за мной, и твой народ получит столько магии, сколько ему и не снилось. Да будет так, Владыка Иллидан. От имени всех эльфов крови я присягаю тебе на верность. Встань, юный Кильтас. Будь моей правой рукой и воплощением моего гнева. Что ты задумал, повелитель? Спустя несколько месяцев после поражения легиона на горе Хиджал, меня посетил один из последних владык демонов, Кил'джеден. Иллидан, в прошлом ты был и другом, и врагом Пылающего Легиона, но присвоив силу черепа Гул'дана, ты обрек нас на поражение в этом мире. Я пришел, чтобы дать тебе еще один шанс послужить нам. Что я должен сделать, великий Кил'джеден? Король Лич, мое творение, предал меня. Он нарушил договор, согласно которому должен служить мне. Но его дух все еще заключен внутри ледяного трона посреди ледяной короны. Уничтожь его, и я выполню любое твое желание. Будет исполнено. Не сомневайся. В Даларане я попытался с помощью ока Саргераса растопить ледяную корону. Если бы я смог завершить ритуал, король Лич был бы повержен навсегда. Но тебе помешали проклятые ночные эльфы. Все пошло не так, как я рассчитывал. Потерпев поражение, я бежал в эти пустоши от гнева Кил'джедена. И, похоже, мне придется задержаться в этих краях. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы здесь не осталось его приспешников. У нас глава 5. Врата в бездну. Давным-давно, после разрушения Дренора, жестокий властитель преисподней по имени Мактеридон собрал выживших орков и подчинил себе Запределье. С тех пор его армия стала еще сильнее. Но как ему это удалось? Большинство орков погибло, когда этот мир взорвался. Где он набрал свою армию? Он использовал порталы Нерзула. Те самые, что раскололи этот мир. Некоторые из них все еще работают. Каждый день Мактеридон проводит сквозь них полчища демонов. Тогда мы должны закрыть их. Навсегда. Согласен. Мы отыщем все порталы, и я сам закрою их. После этого мы возьмем штурмом темную цитадель Мактеридона. И тогда Запределье станет нашим. В общем, по заданию нам нужно запечатать 4 врат. Чем могу помочь? Тут можно... Господин, будь осторожен! Через портал проходят демоны! Тут надо купить вот эти. Наши войска атакованы! Плюс нам нужны дерево, что будут добывать. Недостаточно золота. Я теряю терпение.
удовольствием. Иллидан закрывает портал. Мы должны дать ему еще немного времени. Наши войска атакованы. Приступаю. Пора в путь. Да будет так. Наши войска атакованы! Превосходно! Что будем строить? Сделано! Нашу базу напали! Сделаю все, что смогу. Дело сделано! Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Деревце. Что будем строить? Сделано! Завершено. Наши войска я атакованы! Я живу для того, чтобы мстить. Нам нашу базу ты напали! Ты прерываешь мои вычисления. Кто вообще одобрил этот план? Что будем строить? Недостаточно золота. Пора в путь. Что будем строить? Хорошо. Улучшение завершено. Исследование завершено. Я чувствую нечто неуловимое. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Три секунды продержаться, ё-моё. Нет, нет, все не так. Да есть. Я живу для того, чтобы мстить. Не дадут. Наш герой погиб! Дел, дел, нашу базу напали! Исследование завершено! Ну давай, чуть-чуть успеем, успеем. Слушай, персонал. 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Успел вовремя прям. В сам последний момент. Прикольно. 3х в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Я пою только для тебя. Иди сюда, сейчас будем тут строить. Я исцелю эти земли. Сети расставлены. 3х в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Ты работник. Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Эльф придумал бы что-то получше. Недостаточно древесины. Так, я тут настроил этих. Давайте, урубайте тут все. Недостаточно золота. Начинается. Что будем строить? Улучшение завершено. Я теряю терпение. Что будем строить? Нет, нет, все не так. Да я сделаю. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Что будем строить? Недостаточно золота. Дело сделано. Наконец у нас построилось. Давайте сейчас вы будете. Сколько у вас тут? Четверо, один, тут пятеро. Добывают. Я теряю терпение. Не бойся. Я готов. Исследование завершено. Тут у нас деревяшки добывают. Нормально. Нормально. Тут можно что-нибудь исследовать. Наши войска атакованы! Исследование завершено. Но лучше улучшить надо это. Я пришел. Я готов. Исследование завершено. И как всегда, у нас не хватает золота. Недостаточно золота. Наши войска атакованы! Кто посмел заговорить со мной? Кто-нибудь ранен? Я готова. Башенки. Не стоит со мной шутить.
Нет, оставим, пожалуй, башню. Я следую чего мы ждем? Твоему приказу. Башенки мы используем для защиты. Я пришел из темных глубин. При закрытии тут портала. Безопасно? Я пою песни, я жду морских волн, затаив дыхание. Уже пора? Чего там, Женя, кто восполнить нужно? Давайте, наверное. Уже пора? Кто станет исследование моей завершено. Жертвой? Время не ждет. Войска Мактеридона осадили деревню. Если мы поможем Дринеям, они встанут на нашу сторону. Вам, по-моему, надо вынести, да? Угу. Почему я? Не стоит со мной шутить. Исследование завершено. Да. Нужно я больше ваша воля. О, ферм не хватает уже. Исследование завершено. Наши войска атакованы! Да, все нормально, там сейчас приду, подождите. Пора в путь. Жду с нетерпением. Привет, Юнга. Уже пора. Чего мы ждем? Хорошо. Время не ждет. Исследование завершено. Улучшение завершено. Я живу для того, чтобы... Нам нашу базу напали! Я чувствую нечто... Нужно больше тех. Нам нашу базу напали. Во имя Асша. Я живу для того, чтобы он здесь. Нападают ракушки. Наши войска атакованы. Недостаточно золота. 5 дел больше недостаточно. Тут бывает, но никто не нападет. Я чувствую нечто. На нашу базу напасть! Неуловимое. Нужно я больше дел. Что будем строить? Глубин. Наши войска атакованы! У нас там башня скручивается. Так, ну, Трикс в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Казармочку и башню. Исследование завершено. Здесь нельзя строить. Что ж, начальник всегда прав. Наши войска атакованы. В чертежах этого нет. Здесь нельзя строить. Недостаточно золота. Я готов. Наши войска недостаточно атакованы. Недостаточно золота. Я жду, затаив дыхание. Я теряю терпение. На нашу базу напали. Сделаю все, я что готов. Смогу. Наши войска больше атакованы. Я пою песню морских. Возмездие. Слишком просто. На нашу базу напали. С удовольствием. Пошли. Нужно больше тех. Наши войска атакованы. Дело сделано. На нашу базу напали. Чего мы ждем? Пора. Исследование завершено. Слишком просто. На нашу базу напали. Что-то ничего строить не смогли. Чего мы ждем? Нужно больше ферм. Дел войска этого не превосходно. На нашу базу напали. Направо.
Оставь мой гнев! Наши войска атакованы! Дело сделано! Да, он наш. Нужно больше ферш! И на море! Нужно больше ферш! Еще ферма ломать, а что дали? Наши войска атакованы! Нужно больше ферш! Не успеешь и глаз помотать. Да-да, считай, что все уже строим. На нашу базу напали! Да-да, считай, что все уже сделано. Наши войска атакованы! Начальник всегда прав. Здесь нельзя строить. В чертежах этого нет. Исследование завершено. Направь мой гнев. Исследование завершено. Наши войска атакованы! Не стоит со мной шутить. Я живу для того, чтобы мстить. Время не ждет. Что происходит? Чё? А, я помог, в общем, базу. Я Акама, старейшина Дренеев. Мы поклялись в верности владыке Илидану в обмен на обещание уничтожить наших заклятых врагов орков. Они служат Мактеридону, властителю преисподней, чья темная цитадель находится к западу отсюда. Под его началом они едва не уничтожили мой народ. Но теперь, когда владыка Илидан с нами, мы дадим им отпор и вернем земли наших предков. Мы тоже служим Илидану, старейшина. Хорошо, незнакомцы. Наши войска атакованы! Пора в путь. Нет, все не так. Наши войска атакованы! Здесь нельзя строить. Кто вообще одобрил этот план? Эльф придумал бы что-то получше. Тут база. В принципе, нам не нафиг. Улучшение завершено. Хотя можешь забрать золото у нее, попробовать. Улучшение завершено. Я исцелю эти земли. Я живу для того, чтобы мстить. Тут безопасно. Наши войска атакованы! Уже пора. Слушай. Дело сделано. Я теряю терпение. Где демоны? Отсюда, пора в путь. Кто станет моей жертвой? Исследование завершено. Чем могу помочь? В принципе, можешь снести, иначе сюда будут нападать, вот база. Дело сделано. А можно не трогать. Не стоит со мной шутить. База. Я пою только для тебя. Угу. Я жду. Затаив дыхание. Дело сделано. Таскай там отлично. Дело сделано. Так, ты у нас тут строишь. Нет. Все не так. Твой ход. Да я сделаю. Не проблема. 3х в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Экс. Иди сюда. В чертежах этого не было. Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Сколько? Четверо получается. Ты прерываешь мои вычисления. Нет. Все не так. Ладно. Да я сделаю. Добывай, сейчас мы еще... А зачем я здесь? Мне надо сразу там было построить.
Я чувствую нечто... Улучшение завершено. Неуловимое. Наша база. Воля исполнится. Эта миссия длинная будет немножко. Что будем строить? Исследование завершено. Наша воля исполнится. Тут безопасно? Ну, типа того. Я сделаю Я должен. Привет, Юнга. Я теряю терпение. Я пою только для тебя. Приказ поняла. Пора. Не будет так. Хорошо. Сделаю все, что смогу. Уже пора. Я живу для того, чтобы мешать. Удачи, не знаю, поставить. Наши войска атакованы! Не стоит! Исследование завершено! За императрицу! Я готов. Жду приказа. Я исцелю эти земли. Наши войска атакованы. Я готов. Я жду своих. Чего мы ждем? Так, а вы что тут стали? Пора в путь. Где демоны? Наша воля исполнится. Убили тут этого засранца. Чем могу помочь? Я исцелю эти земли. Господи, одиночки. Так, а где? Наш герой погиб! Уже пора? А куда он нарвался-то? Я ничего не понял, почему он погиб. За императрицу! Я исцелю эти земли. Я чувствую нечто неуловимое. Не стоит со мной шутить. Чего мы ждем? Там еще одна база, по-моему. Надо ее вынести тоже. Да. Предел. Вот они как раз идут нападать. Наши войска атакованы! Нетерпением. Привет, Юнга. Я теряю терпение. Укажи мне путь. Откуда вы взялись-то? Я боюсь. Наши войска атакованы. Только для тебя.
Наш герой погиб. Исследование завершено. Еще удобно. Я теряю терпение. Возмездие. Ученики. Я пою только для тебя. Слушаю. Конечно, я чувствую нечто новое. Я жду своего дыхания. Я живу для того, чтобы мстить. Да будет так. Кровь и пламя. Превосходно. Исследование завершено. Я живу для того, чтобы мстить. Живи. С удовольствием. Да будет так. Мне героев-то надо бы воскресить. Недостаточно золота. Все сделаю, я не успеешь и глазом магию. Вот эти я так и не построил. Эльф придумал вот бы что-то получше. Вот эти мощные. Должны вот войска, которые не отправляются воздушно против воздушных, не по-любому. Я исцелю эти земли. Недостаточно золота. Мана-мана. Я чувствую магию. Я исцелю эти земли. В принципе, можно еще башенки, наверное, купить. Я чувствую магию. Золото тут фиг дождешься. Недостаточно золота. Фиг дождешься. Кончается моментально. Чем могу помочь? Приступаю. Как пожелаешь. Пошли вот сюда вот. Конечно. Быстрее. Я готова. 3х в кубе плюс константа. Я чувствую магию. Ну чего тебе? Так, вот здесь у нас есть теперь войска. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Уже пора? Хорошо. Я исцелю эти земли. Так, пошли к низу. Отлично. Я жду. Наши войска атакованы. Я чувствую нечто неуловимое. Слава Эльфам. Ты прерываешь мои вычисления. Кто вообще отправил эти земли? Да-да, считай, что все уже сделано. Да, давайте. Исследование завершено. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Зло приближается. Слушаю. Жду. Я исцелю эти земли. Здесь нельзя строить.
Дел сделано. Дел сделано. Слава эльфам крови. Во имя Асхар. Дел сделано. Дел сделано. Чего мы ждем? Сейчас придет. Не стоит со мной шутить. Эльфы крови всегда готовы. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Я займусь этим порталом, Гильтас. Давай. Мне снова понадобится твоя защита. Три минуты ждем. Улучшение завершено. Мактаридон вызвал подкрепление. Портал закрывается! Держитесь! Давай, не скоро. Я чувствую нечто неуловимое. Ну, тут быстро, я думаю, что будет что-то. Кто посмел заговорить со мной? Для того, чтобы мстить. Во имя Асша. Это у него 4 башенки есть. Если что. Я живу для того, чтобы мстить. Я теряю терпение. Кто-нибудь ранен? Не пойдите назад, я вас убью. Чего мы ждем? Уже пора? Я чувствую нечто неуловимое. Не стоит со мной шутить. Где демоны? Я теряю терпение. Пора в путь. Быстрее! Смотри и я теряю терпение. Да, был важный момент. Чем могу помочь? Ваши войска атакованы! Осталось 2 секунды, все. С этим мы расправились. Кто посмел заговорить со мной? Пора в путь. Теперь погнали. Вот я слеп, но не глух. Слушаю. Где демоны? Рудник почти истощен. Все, она, почему я у них тут вижу? Четыре тысячи, 1300. Ваши войска атакованы! Кто тут? Я чувствую нечто. Где демоны? Чем могу помочь? Изыди, мерзкое отродье! Наши войска атакованы! Уже пора? Нам нашу базу напали!
Что за клетка? Старейшина Акама рассказал нам о ваших подвигах. Мы поможем вам во имя владыки Иллидана. Время не ждет. Че, хоть сказать, что я могу строить, что ли, или нет? Наша воля исполнится. На что жалуетесь? Я живу для того, чтобы мстить. Золото уже пора? Кильтас, прикрывай меня, пока я закрываю портал. Атакованы! Чего мы ждем? Укажи мне путь. Я думаю, не стоит со мной шутить. Кто посмел заговорить со мной? Я чувствую нечто неуловимое. С нетерпением. Как? Дело сделано. Дело сделано. Портал открывается, оттуда появляются новые демоны. Приступаю. Время не ждет. Я исцелю эти земли. Великолепно. Я исцелю эти земли. Я следую твоему приказу. Я теряю терпение. Наша воля исполнится. Портал закрывается. Защищайте владыку Иллидана! Наши войска атакованы! Повинуюсь. Чем могу помочь? Слава эльфам крови! Я живу для того, чтобы... Я исцелю эти земли. Слушай. Еще не использовал такой. Слушай. Я исцелю эти земли. Наши войска атакованы. Чем могу помочь? Конечно, слушаю. Чем могу помочь? Мне нужна магия. Наша воля исполнится. Пора в путь. Долго ты там будешь ходить туда-сюда. Чем могу помочь? Я чувствую нечто неуловимое. Я теряю терпение. Слишком просто. На нашу базу напали. Чего мы ждем? А говнюки напали. Слушаю. Время не ждет. Слушаю. Чем могу помочь? На нашу базу напали!
Я чувствую магию. Эльфы крови всегда готовы. Наши войска атакованы. Наш рудник истощен. Ну, все, рудник ухана. Ты прерываешь мои вычисления. Мана-мана. Всего-то? Чем могу помочь? Не стоит со мной шутить. Господин, последний портал окружен демонами. Нас ждет непростая битва. Нормально. Не бойся демонов, Кельтас. Придет время, и они назовут тебя своим господином. Здесь без башни попробовать. Я слеп, но не глух. Жду с нетерпением. Я теряю терпение. Я готова. Я живу для того, чтобы мстить. Уже пора. Я теряю терпение. Ну да, давай, ставь стоп. Слишком просто. Слава эльфам крови. Чего мы ждем? Слушаю. Наши войска атакованы. Я готова. Жду приказа. Слишком просто. Чего мы ждем? Превосходно. Я наша готова. Воля исполнится. Кто-нибудь ранен? Пора в путь. Последний портал закрывается. Держитесь. Победа близка. Еще немного, и портал закроется. Держитесь. Да будет так. Чем могу помочь? Слушаю. Конечно. У нас общий враг. Чем могу помочь? Конечно. На что жалуетесь, летая? Слушаю. Слушаю. Слава эльфам крови! Я живу для того, чтобы... Из кого там высосим, хотя не надо. Превосходно. Слава эльфам крови. Даже башня не понадобится. С удовольствием. Победа. Кто-нибудь ранен? Повинуюсь. Я чувствую нечто неуловимое. Время не ждет. Получилось.
все врата закрыты. Теперь Мактаридон не сможет вызвать подкрепление. Верно, Кельтас. Но сил у него пока хватает и без этого. Захватить темную цитадель будет нелегко. Ни на что иное я и не рассчитывал. Победа! Долго, долго я сражался. Ладненько. Остановимся на этом моменте. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, все остальные не забывайте. Всем удачи и пока.